правда, что ваше мнение для него менее значимо. Ну, практически так было, но не так вообще. Говорят, третье кольцо. Ну, Дим, ну нет такого, ты заканчивай. А, ты с собой разговариваешь? Да. Вот иногда мама превращается в маленького ребенка. Когда ты раскрываешься, мама все время пытается как бы закрыть эту... Она хочет быть хорошим для всех, так не бывает. Есть ли у тебя обида за то, что лично я скрывала от тебя папин диагноз? Да, до сих пор переживаю все равно. Я виновата, я. Я попрошу маму потом пересматривать эту программу. А вот ответь ты, наверное, я говорил, как со мной нужно общаться? Говорил. Все, больше ничего не надо говорить. Здравствуйте. Честное слово, это эксперимент, в котором мы будем наблюдать все глубины взаимоотношений между близкими людьми. Меня зовут Барышев Георгий Олегович. Я являюсь криминальным психологом, экспертом-полиграфологом. Мой стаж составляет 16 лет. Сегодня мы будем следить за чистотой диалога наших с вами гостей. Это самые близкие друг другу родственники Дмитрий Тарасов и его мама Ольга Тарасова. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что пришли. Мама, спасибо, что позвали. Итак, какие ощущения? У меня волнение присутствует. Аналогично. Какие ожидания? Вот люди приходят, да, нет, на данное шоу, есть первое ощущение. С каким хочется уйти отсюда ощущение? Ну, во-первых, с положительным, чтобы эти ответы все были от него искренними. Но за этим мы проследим уж точно. Да уж, да уж. Да, Георгий меня пугает. Почему вот именно вот ваши взаимоотношения являются для вас важными? Ну, во-первых, у нас непростые отношения с мамой. Есть моментики, даже когда мы ехали сегодня на программу, уже были моментики такие, когда мама со мной хочет поругаться, вот, я стараюсь контролировать, и это постоянно происходит. У нас есть недопонимание, вот, а мне хочется наладить отношения. Я верю в то, что можно выстроить отношения, которые будут устраивать обе стороны. Давайте подключать датчики, у нас начинается белый раунд. Белый раунд – это знакомство с полиграфом, вообще с техникой диалога друг с другом, именно открытой, честной техники. Я буду здесь больше в первом раунде наблюдателем, смотреть, как вы садаптировались, как вы настраиваете диалог друг с другом, то есть вы будете предоставлены сами себе. Постарайтесь максимально выразить правильно вопрос друг другу. То есть если я вдруг увижу, что кто-то падает в сильное эмоциональное состояние, я буду возвращать обратно в норму. Буду объяснять, откуда оно идет и почему задел этот вопрос очень сильно. Почему для тебя мнение других людей кажется более весомым, чем мое? Почему? Мне всегда, я вот прям реально задаю себе такой вопрос. Потому что что-то там он мне звонит, что-то посоветоваться, я ему говорю, так, все, не надо, ничего. А потом выясняется, что ему кто-то сказал, ну, такое, ну, то же самое посоветовал. Почему? Объясню. Даже если я приду к тебе за советом, ты говоришь не то, что я хочу, может быть, услышать. Но тебе же люди говорят то же, что и я, подчас. Нет, абсолютно нет. Откуда ты что знаешь? Ну ты же мне рассказываешь, ты же со мной делишься. Я не делюсь с тобой. Я делюсь с тобой вот такими вообще ситуациями. Я же делаю вывод из того, что ты поделился. Ну откуда ты знаешь, что, как я правду говорю или нет? Здрасте. Ну да, вот просто здрасте. Значит, ему так, наверное, комфортнее. Я даже не знаю, как сказать. Это не говорит о том, что там он меня там отталкивает или отвергает. Нет. Ну, значит, там он более его услышал. Правда, что ваше мнение для него менее значимо, потому что он не может его разгадать. Ужасно. Не может его разгадать. А доносите мысль поконкретнее. Не торопитесь с этой мыслью. И всегда ставьте, когда выражаете мысль, не себя на первое место. Знаете, нет, это по-другому происходит. Это приходит... Вот ты со мной не делишься, ну расскажи мне хоть что-нибудь. Ну расскажи мне хоть что-нибудь. Я сижу, кушаю там дома, пришел после работы, устал. Ну не, ну расскажи, ты не делишься со мной. Вот я пришла, спустилась, уложил детей. Вот расскажи мне что-нибудь. Я какую-нибудь ерунду говорю. И все. Мам приходит, она такая пустая, и наполнена эмоциональным фоном. Она говорит, интрижки, что-нибудь, конечно, ситуацию. Конечно, да. А то я все дети и дети. Чем тебя поругать, чем тебя похвалить. Вот надо, чтобы все в этом смысле было, да. Конечно. Мама любит поострее. Мам, ты когда-нибудь думала, что у меня не получится с футболом? Были такие мысли у тебя? Я точно видел, что у них не было цели сделать из меня там профессионального футболиста именно. У меня были мысли, что это никогда не будет твоей работой. Здесь есть просто прям конкретный ответ. Но мама, опять же, я говорю, вот обходит чуть-чуть с фланга. Думала, что не получится. Думала, что не получится. Это правдивый ответ.
Ну, как? Когда его, наверное, первый раз позвали в молодежную сборную, я поняла, что это уже, наверное, серьезно. Но я как бы ветевата, что я никогда не думала, да, что верно, это будет его... Нет, ну это действительно так. То есть муж вот был уверен, а я, например, нет. Это... Сколько же таких случаев у нас было? Миллионы, и они когда есть в каждых вот семьях. Вот это ну, ладно, тут можно поспорить. Да, конечно, поспорим. Пас программу. Нам еще ехать обратно вместе. Как ты считаешь? Ну, заканчивай. Интрига. Мы с Настей подходим друг к другу? Опачки. А вот 50 на 50 можно? Когда он познакомился с Настей, я вообще сказала, Дима, если ты не слепой, не глухой, то надо брать сразу. Ну, то, что они разные, это однозначно. Они разные. Тут мы про подходим. Вот для меня... Трудно было ответить на этот вопрос. Это ваше видение, и мы спрашиваем именно вас. Не подстраивайтесь под его видение. Угу. Скажите свое. Вот вы как личность, вот у вас есть свое мнение. Нет, тогда не подходит. Вот это будет правда. В смысле не подходим? Типа, меня вроде все устраивает, почему ты считаешь... А потом я переосмыслил, говорю, это же ее спрашивают, это ее мнение. Типа, почему я должен оспаривать? Ну, чем? Во-первых, мы все... Мы вообще выросли все в своих семьях. Вот. И у них... У Насти один подход, у Димы другой. То есть он хочет так-то, так-то. Настя по-своему. Но в целом они нашли... Вот. А сколько браков? Два брака. Вот третий сейчас. Вот. Ну, это его же решение. Но третий брак меня, в принципе, устраивает. Мне нравится, как они притерлись друг к другу, как они друг друга научились слушать. О, вот это хороший вопрос. Я даже знаю ответ на него. Ты когда-нибудь пользовалась моей популярностью? Были случаи? Ну прям как... напрямую, что прийти не, и сказать, ну, что я не, мама ну... Димы Тарасова, нет. Но то, что меня узнают, я тебе сама говорю. Именно практическая польза. Ну, здрасте, нет. Нет. Это правда. Правда? Да, но я могу дополнить одну вещь. У мамы есть очень сильная внутренняя гордость. Какая-то немножечко ущемленная, задетая гордость, которую она никогда не показывает, не проявляет. Один из источников ее внутреннего напряжения. Как нереализованная гордость, которую подавляют, перекрывают или что-то подобное. Поэтому воспользоваться инструментом в виде твоей славы, это надавить на свою же гордость еще сильнее, что ей непозволительно. Если она это сделает, никогда в этом не признается, не захочет это делать, каждый раз будет ступор. Должен произойти какой-то очень серьезный момент, чтобы она это сделала. Делала. И никогда не говорю своим подругам. Понятно? А то сейчас найдешь любить. Ну, это круто. Я думал, что наоборот были какие-то моменты, честно. Поэтому я и задал этот вопрос, мне было интересно. И она мне пару рассказывает, что к ней реально подходит там на улице. Он говорит, а вы там, мама? И она говорит, я все стесняюсь. Я думал, что она, возможно, обманывает. И нет, молодец. Нет, я ее никогда не пользуюсь. Я совершенно обычная женщина, совершенно обычная мама, совершенно обычного Димы. Понимаете, когда там мне кто-то, может быть, когда-то там на работе, там, когда я работала, сказали там, ой, ну ты же мама Димы Тарасова. Я мама Димы. Давайте зададим более интересный вопрос. Доставлял ли его слава вам дискомфорт? Ну, наверное, нет. То есть, ну, даже... Где-то так все-таки я за него так, мне гордость, как за Россию. А бывало ли такой дискомфорт, чтобы он был не, наверное, в социум, а между вами? Что вот Дима казался, что он себя превозносит перед вами из-за своей славы? Иногда заносило. Да, это был дискомфорт? Конечно. Именно по интересу, чтобы вы видели грани, да? То есть славой не пользовалась. Именно дискомфорт к этому ощущается чуть более ярко, потому что, поскольку она говорит, закрывается и общается чаще с тобой, потому что хочет выместить эту эмоцию и гордости. Но ты эту гордость используешь не так, как она ее видит, да, и она ее больше подавляет, еще больше душит, и тем меньше ей хочется, наоборот, об этом говорить. Она хочет простоты в этом плане, потому что это ей мешает устраивать диалог. Погнали. Погнали. Как ты относишься к тому, что я активно участвую в розыгрышах от твоей футбольной команды? Да, меня не напрягает, но просто смешно, когда я сижу с ней дома, там, завтракаю условно, он дома, и она знает, я такой, и мы там можем с женой даже разговаривать, я говорю, мы сегодня розыгрыш делаю, там, она такая, что за розыгрыш? Ну, я ей рассказываю. Я выезжаю машину, запиливаю это в соцсети, и она мне через секунду пишет ответ, я знаю, я выиграл что-то. Ну, не очень хорошо. Вот это правда. Да. Не очень хорошо. Часто мама переигрывает? Часто. Она хочет вроде со мной, мне кажется,
как-то сблизить за счет этого, а меня это наоборот раздражает. То есть меня лучше не трогать в эти моменты. Я вот за эти отношения, когда «Привет, сынок, доброе утро, хорошего дня, я тебя люблю». В смс-ках? Да нет, можно мне позвонить и сказать. Нежели «Привет, сынок, одень носки, я тебя люблю, ты не одел шапку, я тебя люблю». Там, ну, хорошо, Дима, нет все, такого, меня заканчивай, уже... какая шапка? Это условность, это условность. И все в открытую имеется в виду в блогах, да? Да. В розыгрыше. Да. Я только недавно спросила у него: «Дим, а что нужно сделать, чтобы там они что-то, какое-то что-то выставили, что нужно сделать, чтобы я попала в этот розыгрыш? Мам, зачем тебе это надо?» Я говорю: «Да мне просто интересно понять, как вот эта вся машина работает». У нас дедушка Димкин был фартовый. Он у нас выиграл ковер, он у нас выиграл мотоцикл, вот, а мы пока нет. Вообще а потом нигде. Он сказал, что в интернете я могу только за ним посмотреть вот в этом телеграме. А где еще-то? Ну, в инстаграме. И во всех желтой прессе, все заканчивай. Вот опять Дима до этого раскрылся, да? А вы эмоцию словили и так опа, сверху такую шапочку накрыли. Да? А, мы сказали о том, что есть совестливость, есть очень чувствительность к этому сильная. И если вы пишете, вы именно попадаете туда. О! Так. Мамуль, да что? Ты хотела бы вернуть время назад и изменить что-то в моем воспитании? Ой. Любопытно. Любопытно, Дим. Я, между прочим, я часто об этом думаю. Иногда я думаю, вот когда, вот, например, что-то происходит у нас вместо тобой, думаю, где же я накосячила? Наверное, бы я сейчас вернулась бы и что-то сделала бы не так. Хотя я считаю, что мы как бы, ну, наверное, все правильно делали, да. Но тогда мне хочется, да. Если бы это было возможно, а я бы... А что бы конкретно ты изменила? Наверное... Вернула бы характер, вот той, который у меня изначально был. Такой добряк, слезняк. Ну, ты... Нет, ты... слезняком у тебя нельзя назвать. Ну, я был всегда своим характером. Ты был всегда открытым, но на определенном этапе, когда ты вырос. Можно я вас чуть-чуть остановлю? Давайте зафиксируем изначальный ответ. То есть хотели ли бы вы вернуться назад, чтобы что-либо изменить в воспитании сына? Вернулась бы. Это честный ответ. А какой бы момент прямо изменили, прямо четко, вы говорите, есть, вернулись бы? Доверчивости больше. Вот такой бы момент. Доверительных отношений. Да я знаю, что. А почему он ушел? Что воспитание было не так? А это, наверное, уже даже не воспитание. Я думаю, что когда он уже стал достаточно таким уже самостоятельным и взрослым, его судьба к этому подвела. То есть он раньше был более открытым, а когда там одно, второе, третье, он это сам... Это во сколько лет? Ты считаешь, так произошло? Я считаю, что как у тебя пошла вот это вот... в первой семье у тебя пошли какие-то недопонимания, потом появилась вторая. Ты стал все больше закрываться. От тебя именно? Именно от меня. Я про себя сейчас говорю. Я говорю про себя сейчас. Дима дал еще один небольшой ключик. Он говорит, когда я перестал быть, как вы сказали... Мягкий. Я забыл слово, как я сказал. Ну, то есть у меня характер был всегда очень мягкий в маму. Когда поменял? Ну, 7 лет точно у меня уже в тот период, когда я занимался боевым искусством, он меня менял, когда мы играли с ним в разные игры, он меня учил не проигрывать. То есть он меня менял это. Он всегда говорил, у тебя мамин характер, ты такой добрый, тебя ударит, ты все простишь. То есть, и вы вот... это помните? Я это помню, но ты, ну, у тебя как? Ну, ты действительно, ну, по характеру не в отца, в меня. Я говорю, мы с ним одинаковые. Сейчас уже нет. Нравится, как изменил? Да. И вот сейчас со временем я научился его правильно использовать. Стараюсь контролировать, где можно использовать этот характер. Злой, такой мужской, сильный, там, в семье или в каких-то отношениях. Его меньше использовать. У меня всегда такой любопытный вопрос по таким поводам, да? Он будет такой из грани фантастики. Если бы этого не произошло, изменение характера, ты считаешь, ты был бы другим человеком, не пришел к тем выводам, которые имеешь сейчас? Я думаю, все равно пришел к этому. Да, то есть это было не воспитание дело? Думаю, нет. Где-то в возрасте 6-7 лет Дима потерял доверие, да? Я думаю, что просто в этом возрасте я он больше сближался с отцом. Ну, так шло, что... шло, шло, шло. Да. Я никогда этого не замечала. Ты не отдалялся. У тебя просто были интересы. То есть... мы сейчас про Диму. Да? Вот видите, он у тебя открывается. У тебя есть там твои, потом задашь. У нас тут цель, да? Вот услышать давай друг друга. Да? Дима здесь вот он раскрывается. Да? Вот да. Момент, когда ты раскрываешься, мама все время пытается как бы закрыть эту, говорит, ага. Как бы... Что-то не заветиваешь? Я не закрываю, но ты не отдалялся от меня, я скажу, что я вижу по маме, у нее прям сердце иногда прям съезжает, да? В эти моменты. Все, прям, все, да? Да, да. О-о-о. Ну, это уже, наверное, вряд ли. Так, ты когда-нибудь посвятишь мне гол в матче? Или почему этого не случилось до сих пор? Гала, посвященного маме, не было, но я не в обиде.
Ну, ты ответила сейчас вряд ли. Почему вряд ли? Потому что закончилась футбольная карьера. Я играю еще в медиафутболе, там тоже можно забить гол. Я... Нет, мою честь гола не было. Действительно, маме не посвящал голы. Я не нападающий, я не такой там как бы забивной. Но когда были какие-то события, я под них как-то старался там. Думаю, если забью, то вот событие было там. Да, вот ребенку там, вот отцу там, которого там не стало там. Ну, какие-то такие события. Вы к этому спокойно реагируете? Абсолютно. Абсолютно. А сейчас скажут неправду. Это же неправда. Ну, конечно, нет. Значит, ревностно. Ну, мама этот вопрос почему задала? Ну, значит, он ее волнует, наверное. Значит, он ее волнует. Если он ее волнует, значит, она о нем что? Ну, да. Думает. А, если мам, она о нем думает. Обещаю, куда на камеру любую. Дим, следующий гол посвящу тебе. Давай так, самый лучший твой гол. Самый лучший? Самый лучший? А, думаю, хороших не будет гол. Итак. Я этого не помню. Ответ на данный вопрос. Это правда. Да. Ой. Что? Страшный вопрос. Заканчивай. А бывает ли у тебя чувство ревности по отношению к моей жене? Опачки. Ревность? Ну, это не чувство ревности, понимаешь? Просто иногда мне хочется... Это неправильное слово, не хочется. Просто я вижу, я бы сделала не так. Я бы сделала по-другому. Нормально. Вот. Поэтому, ну, это не ревность. Это не ревность, сынок. Этот ответ я засчитаю как неправду. Объясню, почему. Мама очень внимательно относится ко всем проступкам. Она собственник, очень большой собственник. У нее есть чувство, что она не до конца тебя чувствует. Угу. Поэтому она пытается все время сократить эту дистанцию. Иногда, может быть, это бывает излишне навязчиво, может быть, ты это можешь увидеть. И если, тем более, это видит женщина, и женщина это видит, да, допустим, супруга, она будет перетягивать это одеяло на себя. И это и будет как раз-таки понятием ревности друг между другом. Да нет у меня никакой к ним ревности ни к кому. Нет, потому что я и девочкам всегда говорила: девочки, это вы меня к нему не ревнуйте. Маму он любит одной любовью, а вас он любит другой любовью. Это я им всем троим, кстати, говорила. Вот, потому что не то, что я их должна ревновать, а вы меня не ревнуете к нему. Я думаю, Дима задал вопрос, потому что что-то чувствует вообще сам по себе. Нет, просто бывают разные моменты. Мама любит приходить, и дома... Ну, я как чувствую это, как я вижу со стороны, что делать, как ей хочется. А я объясняю маме, что, мамуль, вот все-таки это мой дом. Как бы ты моя мама, безусловно, я тебя люблю, приходи. Но правила дома, они как я скажу и как жена скажет. Она, бывает, меняет что-то. Чуть-чуть вам расскажу. Самое интересное, так, на задуматься. Мама не делает так, как она хочет. Она делает немножечко по-другому. Но это чуть дальше, мы в следующий раунд с вами унесем. Ну, я догадываюсь, да, что ты расскажешь. Чувствовал ли ты когда-либо, что я требую от тебя слишком много? Думаю, что чувствовал. Чего? Что требуешь от меня слишком много. Ответ правдивый. Такое ощущение, что это чувство как уже на подкорке, на подсознании у него. И слово «требую» для него вообще стало даже болезненным. У него как априори всегда требую к самому себе. Он прекрасно понимает, где есть максимальная норма. Если прийти к нему и сказать «я что-то требую», то, скорее всего, вы не увидели все, что за этим хранится. Тема требований — это такая... Мы разобрали тоже ее, и она не звучит как требование, но по факту это и есть требование. То есть позвонить там и сказать, ребенок кашляет, из последнего просто. Ребенок кашляет, я считаю, его нужно лечить вот так. Да, хорошо, есть папа и мама, мы решим, как лечить. Нет, вы можете решать все, что угодно, я считаю, нужно. То есть она требует. Ты сейчас воспринимаешь, мне кажется, буквально слово да, «требует». Ты не звонишь и говоришь мне, да, я требую, да, это да, нет, да, это да, не да, так да, звучит. Да. Это звучит касаемо всего. Вспомни, как ты недавно там и говоришь, надо общаться вот с этими, с этими. А я, там, ну, допустим, да, с родственником ты говоришь, надо со всеми поддержать отношения. Да. И я воспринимаю это как требование, а я, может быть, не хочу по каким-то причинам общаться. И так много тем, которые ты мне вроде и бы аккуратно пытаешься. Откат назад? Ну да, то есть это наше отношение чуть-чуть отдаляет с тобой. Каждому человеку нужно искать подход. Мама тоже может найти какой-то подход, как она хочет мне это донести, только с другой стороны надо заходить, а не так, как она постоянно. Я считаю, нужно. Нет, так не работает со мной. Она уже должна это понять. Было ли тебе когда-нибудь стыдно за меня или за мои действия?
Нет, Дим, не было. Но есть один такой момент, который ты, наверное, не интересно. Помнишь. Ангелушке был один год. Один год Ангелине помню, конечно, мам. Мне да, было. Да. Мы были на даче, ты обиделся на отца. Вот этот момент мне не понравился. Я подошла к тебе и сказала, Дим, он очень болеет, он не может поехать на день рождения. Но ты тогда еще не понимал, насколько, потому что мы от тебя, ты знаешь, скрывали. Нет, я знал, я просто, наверное, не догонял, что... Ну, типа, я знаю, что такое там ОРВИ, типа, условно, кашель, горло. Там, я не понимал, что вообще человек, который там болеет раком, там, на третьей степени, там, на третьей стадии. Засчитываю этот вопрос как обман. Опять обман. Ребят, вы чё? Мамуль, ты чё? А действий не было. Да. Ну, давайте, я послушаю с удовольствием. Это у вас сначала было перечисление. У вас вообще очень интересная методика сама по себе. Мы берем самый большой, наверное, эпичный случай, который вы рассказали, и сравниваем с ним все остальные. Так. И если все остальные не выше этого случая, значит, этот случай выиграл, он единственный остается. У вас мама все очень четко, детально, внутри понимает даже окрас того, насколько это было неприятно. Какая-то хитрюля. То есть не чисто там гнев какой-то, да, а может быть гнев, неловкость, может быть какая-то резкость. И вот это все отношение, она комбинацию все помнит даже. Чувствует. А потом, когда она приходит, допустим, домой, и в зависимости от переигровки этих комбинаций, она уравновешивает ситуацию с вами в диалоге. Но самое интересное, а мама всегда это делает, для чего? Она пытается тем самым сократить некую дистанцию и что-то исправить. Были такие моменты, когда я недостаточно поддерживала тебя в твоих начинаниях или решениях? Думаю, что нет. Думаю, что наоборот, ты очень хочешь поддерживать во всем и хочешь, чтобы я с тобой чем-то делился. Вот. Но всегда поддерживаешь. Я знаю, что, наверное, единственный человек, который всегда будет рядом, правильно что-то делал или нет, это мама, точно. Я думаю, что всегда мама поддерживала 100%. А так поддерживала, как ты хотел, или по-другому? Смотри, просто если зафиксировать твой ответ, который ты сказал, да, поддерживает, то это будет обман, это будет неправда. Угу. Ну, значит, да, поддерживает, но по-своему. Не как я хотел. Да. Поддерживает ли достаточно мама тебя так, как ты бы этого хотел? Давай так. Думаю, что нет. Потому что мне иногда, говорю, достаточно просто сообщение. Там, условно, как только мы сделали с Сашей Тагил клуб «Родин Медиа», типа, и мама говорит, ой, ты президентом стал, круто, я тебя люблю, удачи, успехов, развития. Точка. Это бы я прям кайфанул бы и написал спасибо моему за поддержку. Вот такая, такой ответ засчитываем уже как правда. Да. А мама может написать, типа, удачи тебе, люблю, но смотри, чтобы тебя не обманули. Ну, условно. Дома котлеты. Да. А вот ответь ты, например, я говорил, как со мной нужно общаться? Говорил. Все, больше ничего не надо говорить. О, ну, он начинается. Нет, это хорошее. Считаешь ли ты меня хорошим отцом? О, да. О. Ну, мне было важно знать ее мнение. Сейчас красное, нет? Здесь зеленое, правда. Все, можно уходить на этом. Мама тает прям. Да, это так оно и есть. Не бывает идеалов вообще. Я не идеальный отец. Это вот 100% я не идеальный отец. Он очень хороший отец. Куда бы мы ни приходили, если там есть родители с детьми, то чужие дети от него не отходят, не говоря уже о своих. Поэтому он отец замечательный. Замечательный. Он и накормит, и напоит, и спать уложит. Да, я не знаю. А уж как он с ними играет, потом он очень хороший дядя. Да нет, он замечательный. Как отец, он замечательный. Я увидел, что вы очень открыто, вы доверяете ему полностью отцовству. Полностью. Направление, да. Ну, супер. Нам очень сильно рады. Такой прям один из самых прям откровенных ответов. Ты когда-нибудь думал, что я больше поддерживаю или понимаю твоих бывших супруг, чем тебя? А были моменты, когда мама поддерживает точно. Ну, я буду брать за последнюю свою семейную ситуацию, это за жену Настю. То есть были ситуации, когда мне прям говорил, я поддерживаю Настю, я здесь с тобой не согласна. Но бывают моменты, когда она поддерживает меня. И как бы, то есть тут вот такое 50 на 50. А касаемо, если бывших, ну, в принципе, можно ответить, я как бы ничего. Я думаю, что аналогичная ситуация была. Ну, то есть... Хочешь покажу? Смотри. Да. Вот это слово «бывший», ты сказал, вот он, видишь, лег. Угу. И вот ты сейчас сказал, вот он лег. Угу. Два одинаковых. Да, это значит, это что... Что? Мне туда не лезть, не спрашивай. Не, ну... Лег какой-то болезненный момент. Очень такой болезненный, который ты прям так... Ну, бывший, это всегда прям боль.
прям вот сейчас я... Давай назовем это йог. Да, назовем это йог. Ну, прямо такой, какой-то один такой... Просто йог и все. Йоги, как мы их назвали, он даже показал на экране такие, как провалы, что ли, были такие йог. Типа, все, отрезал вообще без эмоций. Ну, это факт. Тебе хочется что-то изменить в наших отношениях? Или все и так хорошо? Конечно, хочется. Да тут уже что, все понятно и очевидно, что хочется. Хочется наладить отношения, которые будут устраивать обе стороны. Я не говорю сейчас как эгоист, что ты должна делать только, как я тебя прошу. Я тоже слушаюсь, хочу услышать тебя, что ты хочешь, и стараюсь это делать. Я уверен просто, что мама хочет, чтобы я стал ближе к ней. А мне это не нужно. Я с ней много раз разговаривал на эту тему. У нас всегда происходили недопонимания, но уверен, что после сегодняшней программы мама поменяет свою позицию по отношению к нашим отношениям. Ну, побольше, наверное, контакта такого, как вам сказать. Он у нас есть, он у нас присутствует, этот контакт. Ну как же опять? Я не могу опять же, вот говорю, просить, потому что я понимаю, что у него своя семья, у моей дочери своя семья. Ну, наверное, почаще звонить. Не 3 раза в неделю. Вот не знаю как. Очень важным моментом, если вдруг ты хочешь менять человека, маму, близкого или еще как-то повлиять на диалог, выйти к чему-то хорошему, тебе обязательно надо увидеть другого человека изначально. Ты не сможешь к одному и тому же предмету, одним и тем же действием изменить какое-то положение. О! Так. А думала ли ты когда-нибудь, моя мама, что после профессиональной футбольной карьеры у меня дальше ничего не получится? В общем, я не найду себя и не найду чем заняться. Вот так я построил. Думала. Да, это правда. Понял. Да. Ну, когда она сказала, мам, все, вот и травмы меня настигли, и как бы, наверное, я буду завершать. Я говорю, Дима, ну, а чем же ты теперь будешь заниматься? Я ему стала предлагать, может быть, ты возьмешь какую-нибудь команду, там, детскую или что-то. Он говорит, сын мне говорит, мамуль, не беспокойся, я разберусь. Не беспокойся, я разберусь. Ну, и вот сейчас я вижу, что он вообще занимается вот тем делом, которому просто вот близко, он настолько этим горит. Вот 24/7. Мама все время переживает. Мама вообще скептик у тебя. Так я говорю, я носки сегодня не одел длинные, все там... Мама всегда будет все подавать под сомнение. И она дает не под сомнение не для того, чтобы задеть тебя. Это ее внутренняя борьба сама по себе. К идеальности, к идеалу, правильности, как надо, как не надо. Это ее мучает всю жизнь, и она не знает, как с этим бороться. И этот инструмент просто перекладывается в диалог с тобой. Помимо меня есть еще сестра старшая. Можно в нее больше будет уходить, чем в меня? Почему я все это терплю? А дочка старше? На 4 года. Как вы считаете, кто более самостоятельный? Ну, мне кажется, самостоятельный более Катя. Поэтому надо опекать больше? Диму. А как считает Дима, надо его опекать? Дима считает, что не вообще надо. Вообще не надо. А тебе так кажется? У меня позиция такая, когда мне нужно к маме обратиться и что-то спросить, совет или что-то, я обязательно это сделаю. Но если не нужно, значит, я не нуждаюсь в этом. Есть ли у тебя обиды за то, что лично я скрывала от тебя папин диагноз? Тяжелый вопрос такой. Надо подумать. Ну, о болезни узнал спустя 2 года. Я играл в Томске, вот, но даже не догадывался, что что-то происходит не так, потому что, ну, для меня это был шок, безусловно, как бы, до сих пор переживаю все равно. Ну, вот просто мне было сказано, вот, Кате скажи, а это нет, не обидно ему было, нет, он потом это все понял. То есть так, на тот момент так было надо, даже это было лучше ему. Вот. А когда он уже это узнал, то есть тут пошло все, тут пошла помощь, тут пошла просто... Ну, тут даже Димы вины нет, он сам немножко запустил свою болезнь. От меня скрывали сколько? 2 года, да, вы скрывали? 2 года. Но это была просьба отца. Да. Он всем запретил. Больше меня здесь даже обидело. Я бы не выдал никогда, то есть и маму, я знал, что сестра знала. Сестра вообще для меня близкий человек, который всегда со мной... Ну, у меня нет секретов с сестрой вообще никаких. У меня с мамой могут быть секреты. И я больше переживал на тему, что сестра мне не поделилась. То есть даже в ущерб тому, что отец спросил, она могла бы мне сказать. И за это я переживал. То есть, у тебя на что была конкретная обида? Обида на то, что я мог бы вырулить эту ситуацию в другую сторону. То, что ты говоришь, вырулить другую ситуацию, это как производное. Твои эмоции к
как будто чуть-чуть о другом. Когда обида у тебя именно прям очень сильная, что тебя в это не посвятили, и у тебя вообще обида достаточно очень такая серьезная, глубокая, она очень открытая. Ты ее не выворачиваешь, но она прямо как, знаешь, как свежая рана у тебя. Прям вот это вот только-только. Возможно, да. Поэтому ответ засчитаем тебе неправду. Ну, окей. Знаешь, что посоветую в таких моментах? Это есть такая привычка почему-то вот в нашем менталитете, что подобные больные моменты, их надо где-то скрывать, прятать, с ними что-то делать, а с ними можно ничего не делать в целом. То есть их можно принять как, ну, существование самой жизни, природы и всего остального. Ну, здесь я знаю ответ. Чего? Я уделяю тебе достаточно внимания? Ну, я считаю, что нет. Это тоже неправда. Есть две позиции. Давайте я разделю этот вопрос. Есть то внимание, которое вы ожидаете. Вот, я только хочу сказать, может быть, мне больше хочется. Да. Вот. А, да. Ощущает... а так, что он мне очень уделяет. Очень. Все верно. И понимаете, насколько это влияет на взаимоотношения людей, да? Вроде как бы ты спрашиваешь, уделяешь ли ты достаточно? Мама изначально говорит нет, потому что ожидает большего. Да. Но диалог строит именно так, и ты будешь воспринимать диалог, как будто ты мало уделяешь внимания. Тем самым ты будешь чувствовать себя а больше... я сейчас задумывался, что я не так делаю. Типа, да. Вроде бы достаточно. А если мама скажет, Дим, ты мне уделяешь достаточно внимания, ну вот я чувствую, что вот мне чуть-чуть не хватает. Это будет другие ощущения? И вот важность открытого диалога, да, и диалога перед самим собой разделять эти вопросы, это очень важная вещь. Они меняют в корне ситуацию видения оппонента, сына, ребенка, мамы и так далее подобное. Это очень важно следить за глубиной. Я уделяю тебе внимание. Больше даже, чем моей Кате. Да, уже не страшно. Дим, мама у тебя молодая? Мама? Да. Да что это еще? Молодая? Ну, конечно, юбилей скоро. Красивая? Ну, красивая. Что за вопрос? А хотел бы ты, чтобы у меня были новые отношения? Ну вот, да. Болезненная тема. Что так? Для меня. Ну, давай я отвечу. Нет, конечно. Если четкий ответ, нет. Если четкий ответ, нет, принимаем. Нет, правда, правда, правда. Объясню, почему. Ну, когда произошла вот эта трагедия в нашей семье с отцом, когда мы потеряли, как я сказал тебе спустя время, я сказал, мам, делай, что хочешь, я не хочу об этом знать. Ну, честно, и знакомить меня ни с кем не нужно. И эта точка зрения сейчас. Я знаю, ты женщина молодая, ты должна быть счастливой, если ты хочешь. Но мне это будет... мне от этого будет больно. Ты считаешь, что если у мамы кто-то появится, займется место, сотрутся впечатления, что ты пытаешься сохранить тем самым? Да нет, я, блин, сложно. Места нет, то есть мне неприятно будет просто. Почему? Ну, я не представляю, например, когда... Вот сейчас я не представляю картинку, а мама приходит ко мне домой с другим мужчиной. Я вообще не представляю этого. Нет, ну, я ничего никогда не говорю никогда. Но я знаю, что моим детям это будет неприятно. Конечно, когда я одна, конечно, мне хочется с кем-то разговаривать, мне хочется с кем-то... Я люблю путешествовать, но одно это не очень комфортно. И мне, конечно, одно некомфортно. Конечно, если бы у меня был какой-нибудь человек для этого, мне было бы очень комфортно. Есть такая вещь, ну, именно не в обиду, но чтобы да. ее присмотрели, поскольку это очень серьезно сидит, я тоже сделаю такую грубенькую аллегорию, ладно? Но это именно, чтобы вы ее поразбирали. Здесь очень тяжело. А когда маленькие... Знаешь, почему слоны не убегают? Когда они маленькие слоники, слон может снести там стену спокойно, вырвать все что угодно. А когда маленькие слоники, вбивают штырь в землю и привязывают слоника. Слоник растет и думает, что вот как бы столб этот... Нельзя никак сдвинуть, вытеснить. Что будет, если этот столбик уберется? Убегу, выйду, ну, освобожусь. Где ты? А куда попадешь? Ну, на свободу, я не знаю. А что на свободе? Да, вот именно свобода для некоторых людей, она очень тяжела. Потому что люди не понимают, как вот это стабильное внутреннее состояние, вот эти тревоги, которые ты уже пережил на большое время, проявят себя уже на свободе именно с тем «я», которое сейчас есть. Что будет, если я признаю, что этого столбика нет? Да? Вот. Что это такое? Да? Это очень важный вопрос, кем я буду при этих обстоятельствах и без них. Вы же не просто так твой вопрос задали. Не просто, я даже хотела бы еще пополнить. Нет, это ты сказал, ты много разговаривал с папой. А вот папа, например, он не пошел со мной венчаться. Я его сколько уговаривала на последних даже. Ну, ты знаешь.
Так что? Он когда на последний, он не мог. Нет, ну мы, Дим, я говорила об этом, наверное. Нет, ты мне говорила, что вот, он тебе говорил. Он же мне как говорил, да, он сказал, ты создан для семьи. А я не верю, что он так мог сказать. Вот видите как, вот видите у нас, вот он мне не верит. Когда я обдарила, и у меня просто, как вот одноклассники, ну, раньше жили в одном дворе, кто-то там уехал туда, и как-то там по цыганской почте, ну, наверное, узнали, что я обдарила, и просто какое-то общение завязалось. Я это не скрываю, я им об этом говорю, что мне просто даже хочется с кем-то просто элементарно чаю попить вечером. Ну, вот так вот образно. Я почему-то прошу ее не лезть в мою, а сам пытаюсь залезть в ее. Наверное, это неправильно. И эгоистично с моей стороны, поэтому не хочу этим заниматься. То есть, если мама хочет быть счастливой, и она счастлива, то я здесь вот объективно говорю и честно, что окей. Из-за чего в нашем общении ты чаще всего расстраиваешься? Я считаю, что ты начинаешь доказывать свое и не всегда прав. Потому что я до тебя пытаюсь донести что-то, а ты как-то начинаешь: нет, мама, все, стоп, ты, я сейчас там положу трубку, ты. А почему я говорю «положу трубку»? Потому что не хочешь меня слушать. Нет, потому что я не хочу конфликта. То сегодня было, в машинке мы ехали. Третье кольцо передали. Так давай разберем. Можно разобрать эту ситуацию? Мы ехали на программу. Давайте. А звонит мне Ольга, поможет. Да, мы опаздываем. Вот, опять. Ну, пусть мама расскажет свою программу. Вообще проблем нет. Нет, ну а что, мама... Правильно сделал, пускай мама расскажет. Ты опустошил. Ты все сделал правильно. Конечно. Так рассказывай, как ты видишь, а я расскажу, как я. Нет конфликта. Видите. Нет, а что, мы едем, ему действительно звонят. Мы опаздываем, мы пробки. У нас сбился этот навигатор. Он едет и говорит: Рустам, Руслан, что перед нами? Я говорю: третье кольцо. Он мне говорит: я к тебе обращаюсь. Я говорю: перед нами третье кольцо. Ну, практически как было, но не так вообще, в принципе. Потому что теперь ваш, теперь ваш. Я просто с Ольгой разговариваю, и когда разговариваю, мне на ухо говорят: третье кольцо, третье кольцо, третье кольцо, третье кольцо. Один раз. И все. Теперь он говорит. А на это я говорю: вот зачем ты, если я разговариваю, ты мне мешаешь, я не могу нести, и не слышу, что мне человек. Все. А я ответила, разговариваю с собой. А, ты с собой разговариваешь? Да. Ну ладно, тогда ладно, хорошо. У нас и разногласия-то, они только вот такие вот прям вот. Я даже опять же говорю, я не могу назвать это разногласия, это споры. Это споры. А у меня просто есть ощущение, что вот иногда мама превращается в маленького ребенка. И я общаюсь иногда, вот там вот у меня есть дочка 4, мне кажется, мама это маленькая становится. Ну, я это, правильно разрушаю? Ну, у вас есть такое же ощущение к Диме? Нет. Нет. Давайте подытожим правдивый ответ. Ой, какой там? О том, то, что есть раздражитель. То, что ты упертая. Да подожди, какой там вопрос-то был? Если что, раздражает. Да, расстраиваешься. Расстраиваюсь, короче, да. Ну, что такое там? Есть что-то, за что тебе передо мной стыдно? Если есть, то что именно? Стыдно за то, что я не умею контролировать свои эмоции в адрес тебя, когда у нас происходят такие, ну, прям вот... Ну, когда бывает там 40, да, я не всегда могу сдержанно быть. Хотя я знаю, что не имею права на маму там, блин, повышать голос условно там или что-то. Не должен этого делать. Твой ответ изначально, что да, сожалеешь, это правда. Да. Второй момент, который я зафиксирую. Один из основных источников гнева – это сдерживание. Mm-hmm. Когда ты говоришь, что не имеешь права, что вызывает у тебя в ощущениях? Я просто вспоминаю ситуации, которые были, допустим, да, и считаю просто тем самым, когда что-то говорю на повышенную, я обижаю маму, например. Я не хочу этого, я лучше промолчу, надо уметь. Когда я вижу, что разговор, он не идет ни в какое русло вообще, но он или идет в конфликт прям глобальный, или в какую-то ругань, или я сорвусь, то есть могу там повысить голос, тогда я этого не хочу. И всегда я говорю: давай прекратим разговор, нет смысла. Ну, когда ты в ответ слышишь, что ту-ту-ту-ту-ту, я говорю: давай прекратим разговор, нет смысла. Опять ту-ту-ту, я просто кладу трубку и понимаю, что это лучший выход из ситуации. Потому что человек на той линии сейчас выдохнет, я выдохну. И через час мы созвонимся, и если опять все нормально, мы можем продолжить. Если не нормально, лучше тогда еще паузу взять. Это даже не конфликты, это какие-то такие маленькие споры, как с ребенком. Вот реально, как с ребенком. Я считаю так, а нет, ты не прав, ты не прав, надо делать так. Ты: мам, ну я же знаю, это моя семья, я хочу так. Нет, так нельзя делать. Ну и пытается доказать свое. Так что я пытаюсь что-то ему донести до него. Может быть, я чрезмерно эмоциональная, не умею где-то потерпеть, хотя я понимаю, что нужно это сделать. А на фоне этого возникает конфликт. То есть я как бы на себя беру. Я виновата, я. Это...
принимаю. Очень важный момент того, что череда запомненных тобою моментов, которые ты не досказал, они имеют свойство накопления. А когда они накапливаются, что происходит? Взрыв потом. А если в самый момент, когда это происходит, ты озвучишь, какой диалог получится? Ну, более-менее спокойный. Да. Просто мы не всегда думаем, что хотим или имеем право, или блокируем себя освобождать от этой эмоции, чтобы не вовлекаться в дальнейшем в какой-то диалог. Мы экономим свою энергию и не бережем ни себя в этот момент, ни человека, с кем ведем диалог. Привычка завершать диалог на месте – это очень хорошая привычка. Да, поэтому на этом мы завершаем белый раунд. Я выиграл 65-3. Молодец, сынок. Так и должно быть. О, мама освободила пространство. Итак, как ваше впечатление? Я попрошу маму потом пересматривать эту программу. И я тоже буду пересматривать. Если честно, мне прям даже очень интересно и понравилось так послушать про себя. А, ну и только в первом раунде. Ой. Мы только разогрелись. Вы что? Да. Итак, если готовы, да. Будем двигаться дальше. Впереди синий раунд. В синем раунде задавать вопросы вам будут ваши близкие друзья и родственники. Привет, привет. Крестный вопрос к тебе. К кому ты в детстве чаще обращался за советом? К маме или к папе? Бабуль, а как ты считаешь, Дима доверял тебе? Как ты его поддерживала? Варя, дорогая, спасибо за вопрос. С отцом больше делился. Всегда все секреты. Но это постепенно переходило. То есть маму я всегда защищал, все равно, всегда. Это правда. Как ты видел отношения между папой и мамой? Вообще для меня это идеальные отношения были изначально. То есть у меня даже, то есть я когда рос, я смотрел, как это происходит. То есть у нас ужин, это мама, папа, я и сестра. Это каждый день происходило. Совместный ужин, это Новый год, это праздник семейный. Мы всегда делаем, то есть у нас, в принципе, одно и то же было. Просмотр фильмов, такие традиции, для меня это был примером. То есть мы всегда садились, мы умели разговаривать. Мы всегда садились вчетвером, вот Дима не даст соврать, и нам отец раздавал листочки, там, давайте, ты напиши, что ты хочешь. То есть у нас вот так вот, мы всегда умели говорить. А кто вел семью, кто главный? Ну, отец. Ну, конечно, я считаю, что Дима доверял мне и поддерживал его всегда. Да, мы это, кстати, обсуждали уже. Поэтому здесь, наверное... Да, это правда. Угу. Слава богу. 65-4 счет. А знаешь, что самое интересное? Я увидел по маме ответу сейчас. Что она сама знает, что она иногда передобавляет, потому что не видит обратки связи. Ага. То есть она поняла, что вот это должно быть достаточно. Ага, так нет, туда не шевелится. Угу. Надо сейчас, чтобы это пошевелился, надо еще что-нибудь докинуть. Ага. Так. Нет, я просто артист. Ребята, привет. Голос немного сел, извините, после вчерашнего матча, в котором наша команда с Димой победила. Вопросик следующий. Ольга, скажите, как бы вы отреагировали, если бы Дима изъявил желание переехать в другую страну со всей своей семьей? И вопрос Диме, может быть, было такое когда-нибудь желание? Если да, то расскажи поподробнее. Да. А, ну я поддержу, Ты поддержишь? Конечно. Что, надо переезжать? Ну, если ты мне об этом придешь и скажешь, конечно, я тебя поддержу. Давай. Так, если насчет поддержки, то да, поддержит. Да. Это правда. Да, но переезжать я не собирался и не хочу никуда. Принять твой переезд, она поначалу скажет, что вероятнее всего да, но прямо видно, что долгую там перспективу твоего отъезда, то нет. Прям тяжело. Ну, я же в гости бы ездила. Да нет, ну просто, ну я же не говорю, нет. Ну вы же не с ними поедете? Нет. Нет, ну что, хотела бы? Китай. С нами. Ну, может, и хотела бы. Ну, все. Вот, хотела бы, может быть. Нет, но я знаю, почему хотела, потому что там детки. Дима, ты хочешь уехать? Жить никогда не хотел нигде. Вот, мама замяться. Нет, никогда бы. И отец бы никогда, у него сестра жила в Италии. И он всегда говорил, я бы никогда бы не уехал из страны. Нормально ответил? Да, нормально. Супер. Диме засчитаем ответ через маму. Это правда, потому что Дима даже ни одного сопротивления у него не увидел. Да, говорит, ладно, все, он тут освободил пространство. Да, молодец. Сопротивления не было. А можно узнать, что моя сестра там хочет спросить у меня? Да, вот это мне прямо сейчас вообще. Привет, мои родные. Вопрос каждому из вас.
Какие самые жестокие методы применяла наша мама для того, чтобы приучить нас к порядку? Что первое приходит вам в голову? Я знаю ответ. Да нет, если честно, я сейчас сам действительно люблю порядок дома. Ну, реально. Я не люблю, как грязно. Мне это не нравится. Но это же все из детства идет, значит, меня этому учили. И мама действительно много над этим работала, а метод был у нее очень крутой. Один раз. И первое, что делала, она открывала шкаф моей сестры, и если там одна вещь лежала чуть вот так, она выбрасывала все вещи на пол. Убирайте заново, чтобы все осталось. Вот. Но это точно повлияло, потому что я обычно приходил там с тренировки, мне быстрее бы там поиграть, я не знаю, мне там мало времени было во что-то там, в войнушку какую-то, и я такой раз закинул вещи, ну, может, не увидит никто. Ага, а там это, увидели. Знаешь, один метод мы услышали. А есть да. Еще метод какой-то? Ну, про самый жесткий, как Дим сказал, не хочется теперь рассказывать, и мне, может быть, даже за него и стыдно, честно говоря. То есть, когда там мы что-то... Мы над ним смеемся, да. То есть, когда там что-то было один раз не убрано, я взяла там, не помню, кет или что там было, Вадим. Я говорю, елки-моталки, когда же этот кет уйдет, куда ему? А гараже мы с сестрой смеялись, просто да. Мы стояли, ну, а мы поняли, что сейчас будет аналогичная ситуация, вытянули вещи, она заходит и говорит, сколько вам можно разгонять, а мы такие стоим у балкона, короче, мы, ну, вот так вдвоем стоим, и мама такая с ботинком заходит, говорит, ну, сколько можно вам говорить, и такая кидает. И мы так стоим в замедленном 10, ботинок летит, 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 и мне в грудь, короче, выпадает. И я там чуть-чуть вздохнулся. Ну, мы смеялись. И сейчас вспоминаем это с позитивом, и мама про это не хотела историю. То есть самый жесткий случай? Ну да, но нас точно не били. Нет, ну что вы. Один раз ремня получил от отца. За всю вообще... Пас, не я. Не я. За дело? Я, честно говоря, я даже не помню. Я всегда... задирался на старшую сестру как раз и мешал. И когда мне сказали два раза или три, не надо, а на четвертый я не понял, то отец уже, я просто уже разбаловался, отец принял решение принести солдатский такой спряга от деда с войны остался ремень. И я получил. Синий раунд у нас окончен. Надеюсь, вы были рады вопросам. Да. Я еще там говорю 66-63. Ладно тебе, Дим, молодым везде у нас дорога. Итак, расставим все точки над «и». А в фиолетовом раунде. Итак, синий раунд у нас завершен. Мы сейчас подчеркнем все необходимые вопросы, которые будут раскрывать всю соль, всю тему, наверное, нашего всего диалога сегодняшнего. Как ты считаешь, твои друзья, может быть, родственники, считают, что мама тебя в чем-то ограничивает или ты ограничиваешься, там, боясь там, подвести маму? Скажу вообще честно, что друзья не советуют мне... Ну, не было такого никогда, чтобы кто-то сказал, там, не надо маму там подпускать, ничего не говори, такого не было. Мы одинаково смотрим. То есть, когда я звоню, мне нужно высказаться. Остерегаетесь чуть-чуть? Советуете друг другу остерегаться чуть-чуть? Нет, советуем друг другу брать дистанцию. С мамой нужно, ну, для меня легче, когда ты маму чуть отдаляешь на две недели. То есть, может быть, сейчас для нее это будет как бы... Это очень важный старт, да. И я решил именно с него, чтобы вот как раз ты и зафиксировал, чтобы вы тоже услышали. Просто мама, может быть, сейчас покажется для нее это как бы новым что-то, но когда мы маму не зовем помогать с детьми даже в выходные, когда, в принципе, нам нужна помощь, это значит, что мы берем паузу для того, чтобы мама отдохнула, походила, как она говорит, любит на этих палках, там, занялась собой, отдохнула, а когда вот нам нужно, уже там, вот она отдохнула, мы поняли, что она вот спокойная приедет и не будет, изменяя эту энергию мою, там, из семьи, там, или как-то, то мы ее зовем. Вот. И сестра, в принципе, это то же самое. То есть возьми паузу. Вот, этот момент был очень важен. Услышали? Да. Согласны? Да. Бывает ли так, что вы излишне насягаете? Бывает. Да? Вот это правдивый ответ. Мы будем иногда фиксироваться. Мне тяжело без них. Почему? Мне тяжело. Потому что... Ну как почему? Потому что мне кажется, что они меня не зовут, что я им в этот момент не нужна. Там... Момент нужности. То есть это и есть момент, когда вы видите отображение своего существования в этом мире через взаимодействие со своими детьми. А если его нет, то какое чувство внутри становится? Одиночество. А еще? Тоски. Еще? Страх, наверное. Страх. Ну, страха я не могу сказать. Да, там скорее страх, не страх. Не страх, Дим, нет.
страх — это больше потеря, да? Да, нет, не страх. Страх одиночества? Вот одиночество. Ну, мне... Пустоты. Пустоты. Вот, пустоты, да. Пустота — это что такое? Вот пустота может и являться потом страхом. Вы потом этот страх куда несете? Ко мне домой. Все правда. Не только к вам. И к Кате. Ну, и к Кате. Близким. Все верно. К детям. А как мама может на уровне, там, назовем такого, профессионализма, да, психологического или еще чего-то, правильно донести это чувство, к примеру, тебе или Кате? Да. Ну, вот она напрямую говорит. Она мне может написать: ты же знаешь, мне одиноко. Вот ты мне время не уделяешь, мне одиноко. Вот, это уже через связку с вами. Нет, одиноко, потому что у нее было такое воспитание. Не одиноко, потому что ты ушел, а это другая сторона мозаики, совершенно другая. Правильно говорите. Через пустоту она пытается наполнить эту пустоту и чем-то ее заполнить. Заполняет вами. Чем больше вы контролируемы, тем больше вы наполните ее. Не соглашусь. Роман. С чем не соглашусь? Сейчас объясню. Когда папа был жив. Папа мало что разрешал маме. И мама всегда там, вот я хочу на танцы, там, я хочу там туда, я хочу туда. Так случилось, не стало отца. Я сел с мамой, говорю: мам, что хочешь? Ты же хотела на танцы. Пожалуйста, я тебе дам танцы. Ты хотела в зал, на тебе зал. Ты хотела там танцевать какую-то там сальсу условно или... Далеко не будем. Да, то есть я все и говорю: вот, у тебя открылась дверь и возможность жить для себя сейчас. А ей это и не надо было. А ей не нужно. Да. Кем был отец? Как понять? Для нее. А. Ой, Как лидер. Как лидер? Ну, да. Шее нужна голова. Но шея сама по себе остается шеей. Без головы она бесполезна. Мама будет специально провоцировать действия, как шея. А давай посмотрим туда. Нет. И вот это вот взаимодействие, это игра, это эмоции. И эти эмоции, когда наполняет человеком, человек чувствует, что он жив. И когда не становится, нет сопротивления. Ну вот, без эмоций она не будет. То есть шея, которая может вертеться 360, ничего не остановит. Это пустое действие. Оно не характеризуется какой-то финальной точкой. Оно не структурируется каким-то мнением. Она идет за мнением, она идет за точкой. И когда ты не даешь, допустим, какую-то конкретику, она все время будет тебя добивать, она не вампирить будет, она будет добивать, пока ты не поставишь точку. Пока шеи не скажут: остановись, я увидел. Да? Шея сама по себе — это поворотный механизм. Что, когда останавливаться? Все, я увидел, что нужно. Остановились. То есть принимает решение, в итоге все равно голова. То есть она говорит: нам это интересно или неинтересно. И оставаясь в одиночестве, в пустоте, она не знает, как наполнять. Самая интересная ситуация здесь, что основной головой во всех, это, я называю на данный момент треугольники, если отца еще брать, он был все-таки главой для тебя. И у тебя примерно та же модель, но очень попроще по сравнению, чем с мамой. Да, но все-таки очень похоже с папой, что здесь он занимал очень большую площадь, где у тебя не было свободы. То есть папа был таким вот цельным большим ядром, который притянул к себе и создал у вас некие такие деформации, которые вот они останутся в любом случае. А это может мешать дальнейшему мне? Естественно. А отец, как я понял, очень структурно, хорошо понимал свою позицию. То есть и меня на одного меня мало, давайте возьму большую семью, как под грибок у всех остальных. И становится какая-то некая созависимость этих людей. Первое. Такие люди находят друг другу взаимосвязь. И если у одних есть этот пробел, и он его дополняет, все, тут соединилось, здесь пошло. Рождаешься ты, да, ты еще маленький ребенок. Так, ага, так, здесь там 7 лет, ты проявляешь эмоциональную какую-то структуру. Так, надо тебе тоже дополнить. Он не мог без этого, ему обязательно надо было что-то дополнить. Это его была целостность. Но тем самым, отнимая данный кусок и контролируя его, тебе в дальнейшем очень тяжело создать цельную фигуру для себя. И привыкшись опираться на эту сторону, ты больше туда не можешь. И когда, помнишь, я сказал момент, когда тебе не сообщили, ты вообще не понял, почему вот этот момент, который являлся для тебя целым, ты не смог на него опереться в этот момент. И это, скорее всего, был один из таких глобальных, единственных моментов, потому что ты среагировал на это именно эмоционально вот так, как на провал, как провалиться сквозь землю, когда ты привык на нее опираться, как на фундаментальную основу. А тут этого не произошло. И вот этот контраст, он очень живой. Модель поведения, структура, ее нельзя копировать тебе ни в коем случае. Тебе надо это
как вот, ты говоришь маме, когда тебе сказали, ну, занимайся танцами, да, да, займи да. еще что-то. И сейчас тебе говорят, Дим, ну, теперь у тебя есть пространство быть вот как ты хочешь, mm-hmm. вот как в детстве. Будь эмоциональным, будь влюбчивым, mm-hmm. будь свободным. И ты такой, как бы, подождите, а вот, вот тут другое. Mm-hmm. А его уже нету, и спросить негде, и опереться некуда, и образуется пустое пятно. И не знаешь, чем заполнить. А чем заполнится пустота? Другим человеком. А тебя учили другого человека сюда не впускать. Первое, надо принимать структуру, принимать маму. Маме надо принимать Диму. Семья, выбор, все остальное – это физическое явление. Это часть коммуникации, это часть каждого нейрона друг друга. И когда идет диалог, попробуйте подумать именно об этом, что человек идет цельный и с какой-то проблемой. И даже если он на вас кричит, он просит помощи. Но немного по-другому. Слушайтесь под слова, да, под структуру. А эмоции – это нормально. Не прячьте их, не структурируйте. Ну, у вас это не про нас. Маму ты точно поменяешь. Мама из твердой стали, но погнута. Вот так уже. И перековать маму, нагреть до того состояния. Только один человек мог это сделать. Мой муж. Да. Я сижу, все анализирую и будем делать работу над ошибками. Правда, сынок? Да, правда. Какие вопросы, с каким вопросом друг к другу пришли здесь? Вы все раскрыли? Нет, но мне все равно, я говорю, что вот мы с ним, вот он говорит, что я его там не понимаю. Я иногда пытаюсь до него, мне непонятно, знаете что? Вот что мне непонятно. Почему он мне постоянно говорит, что я его почему-то обманываю? Как человек может сказать правду, если он сам ее не знает? Или ее скрывает? Я же вам говорю про конкретные случаи. Они постоянно, понимаете, они меня подводят Хочешь к тому... Сейчас, последний секунду. Пример, просто. Они меня постоянно подводят к тому, что я должна им что-то доказывать. Мама наша дорогая считает, что это не обманывать. Ты переворачиваешь ситуацию все так... Она хочет быть хорошим для всех. Так не бывает. Да, 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 да. Но потому что цельно, вот бывало так, что ты блокируешь себя, вот ты понимаешь, что вот это правильно, вот надо нагрубить, может быть, человеку. Угу. А здесь, наоборот, надо быть ласковым. Но не можешь, язык не поворачивается, бывает. Сказать «люблю», а здесь не поворачивается язык сказать «ненавижу». Да, бывает. Постоянно. В этот момент, да. Вот, вот. А тебе представь, что человек не только в этих чувствах. А почему? Что блокирует тебя, так сказать, и сделать? Да, блин, много моментов. Да, ну и теперь представь, что ты учишься с этим не... Сколько сейчас там? 30 плюс? 36. Да, 36. А мамин возраст возьми, вдвое да. умножь. Да. И представь, что тебе надо было аккуратничать совершенно в более жестких рамках и со своими родителями, и со своим мужем, и в дальнейшем донести фразу, когда она начинала, она, скорее всего, говорит тебе, там, допустим, в 5-летнем, в 6-7-летнем возрасте свое мнение, стоял в любом случае твой отец и говорил, так, подожди, так говорить не надо, потому что у меня совершенно другая модель, которую я строю своему сыну, и он должен взаимодействовать со мной. И любая ее прямая фраза, она была как острием очень жестким в диалоге между тобой и папой. Папа в любом случае это бы воспринимал в штыки, а в дальнейшем бы ты также бы настраивался. Мама искала аккурат, как зайти не прямой темой, а обходной. Угу. Золотые и слова. Выражать свое мнение ей можно было не напрямую, а включать взаимодействие второго человека. Она усложняет. Да, потому что обстоятельства... Ну, представь, ей надо сказать, типа, Дим, не разбрасывай вещи. А папа скажет, он должен сам, не говори ему, не разбрасывай вещи. И она может подойти и сказать такая, а знаешь, папа что сказал? Вот нельзя разбрасывать вещи. И она скажет свое желание, но через другого человека. Что я вчера сказала? Ева, убери вещи. Ты сказал, не надо ей маму вещи убирать. Я говорю, Дима, я сижу 10 дней, и она мне их убирает. Когда отец дома, я воспитываю детей. Ну так ты, она их раскидала. Помогаешь. Что? Но она же их раскидала, я тебе говорю, ей надо убрать вещи. Да, но я говорю, когда папа или мама дома, они руководят детьми и с ними взаимодействуют и говорят, что нужно делать, что нет. Теперь посмотрите, авторитет родителей вот. Никогда не должен подрываться. Не должен. Но... Ну я же вы тоже родитель, родитель для него, да. А ты родитель, родитель да. для ребенка. Да. А кто в этой структуре самый хрупкий? Дети. Значит, в чьих глазах не надо нарушать эту структуру? Конечно. Значит, структура нарушена папа-ребенок? И мама-сын. Нет, мама-сын, они не понимают это еще взаимодействие. Они не понимают бабушка с папой. И вот взаимодействие – это прямое. Папа – это
альфа, в любом случае, да? То есть, а так. Что ты говоришь сейчас правильно тогда? А со мной споришь? А она не понимала, ну, эту структуру. Я не понимала, да. А, все, вот структуру я... поняла? Да, все поняла. Ты диктофон не включил случайно? Где у меня диктофон нет был? Очень тяжело человеку посмотреть всегда на себя. То есть человек не может воспринять себя, мозг не может признать себя дефективным. Признать себя дефективным, он скажет, что наутиль пошел утилизироваться. Да. Поэтому нельзя. Он всегда найдет оправдание своим действиям. Обход, он как сорняк обойдет. Давайте маму спросим. А вы поняли, что первая задача изначально – это рост человека, и ему препятствовать не надо? Конечно. Наверное, на болевой основе, на Диминой и сейчас к детям. Поэтому первоначально мы всегда смотрим на прорастающий момент, второе – именно на расцветающий момент, и третье – именно на формирование. Это три этапа, которые важно понять. И каждый раз, наступая на зерно, чтобы его закрыть от, не знаю, там, камнепада, вы, скорее всего, растопчете его сами, чем адаптируете его к этому камнепаду. Закрывая его от дождя, вы лишите его питательных веществ, и оно не окрепнет и будет всегда слабым и нуждаться в подкреплении. И когда вы обращаетесь с просьбой что-то получить, вы, скорее всего, отнимаете. Когда вы пытаетесь что-то дать, вы пытаетесь заменить и тем самым также отнимаете. Это разрушает всегда цельную структуру человека. Человек всегда постигает себя сам. И самое лучшее – это незаметно увеличить дистанцию, ту, которую ребенок не осознает, но всегда где-то тайным моментом ощущает. Со временем эта дистанция она будет расширяться все дальше и дальше и дальше. И любое прямое вхождение в это пространство, оно нарушает целостность. Гиперопека, она полностью исключает. Теперь попробую понять, как твое отношение с мамой, также мамина с ее родителями. Они заменили, вот у тебя папа занял какое-то место, а представь, также и мама еще заняла бы место, двое одинаковых. Ты какой бы фигурой бы стал? И ты бы в жизни бы вырос именно бы тем человеком, который подстраивался под серьезную фигуру, которая является мамой. Сейчас. И она, приходя к тебе, она чувствует твою серьезную фигуру. И, а ей надо находиться между двух серьезных фигур. Да? То есть подстроиться между ними. Поэтому она ищет всегда вторую серьезную фигуру в виде лица твоих избранниц. Угу. Может быть, иногда, если это взаимодействие с сестрой, вы две цельные фигуры будете. Как только она видит недостаток одной фигуры, ну, то есть отсутствие, вот одна цельная есть, ей надо обязательно заполнить всю пустоту, которую не занимает другая. Где там неправильно к тебе обратилась супруга, там, да, вот она обязательно это место, вот надо туда проползти, да. Залезть, протечь, и вот видишь... И накинуть мне эту информацию. Вот, да, зачем, и накинуть. Да. Вот видишь, да. Закройте этот вопрос, и обратно вылезти, все, состояние покоя. Сколько бы вслед обратно бы ты не говорил бы слов, она выйдет оттуда с чувством гордости. Скажет. Да, я все сделал, Миша выполнил. Да. Да. А там конфликт, там пожар уже, горит все. Мама зато довольна. Да. Болтай, мама не может Давайте быть довольна, тогда. Не может быть довольна, когда пожар. Не болтай. Самое главное, нам надо это все чуть-чуть зафиксировать, закрыть. Угу. Да. Мне очень важно тогда будет именно увидеть, как вы это поняли. Нет, ну я много получил полезной информации, во-первых. А, в принципе, мое видение, мое мышление, как должны выстраиваться отношения, ну, очень похоже вот то, что вы сегодня говорили вообще в программе. И, ну, не случайно я про отца сказал, что вот мне так как-то сказали, что он мне порой даже бывает мешает в моей жизни там. Mm-hmm. Какие-то моменты я подметил здесь. А, по отношению к маме тоже как бы буду стараться дальше выстраивать эти отношения. Много что подметил, но лучше еще раз с этими мыслями мне переспать, потому что сейчас сразу на такую как бы на горячую руку вывод какой-то конкретный сделать тяжело. Но как бы проблемы очевидные у нас были вот эти, они не глобальные, не большие, они маленькие. Но сегодня я понял конструкцию такой пазл, который собрался у меня, откуда, почему. И как это, откуда это берется? То есть мне уже сейчас просто понятно стало. Мне очень интересно, вот правильно Дима сказал, что я тоже буду сейчас очень переваривать. Мне надо все как бы в своей голове. Ну, и меньше опекать, наверное, буду их стараться. Слава Богу! Итак, финальный раунд завершен.
Благодарю вас за честные открытые ответы, как минимум друг перед другом. Я очень рад, что если что-то поменялось, и как оно поменялось, надеюсь, в качественную сторону. Нет, мой совет вам, попробуйте понаходиться максимальное количество одна и почувствовать, что вы при этом чувствуете. И записывать все это. Запишите, проговорите, ну вот максимально одна. Приходит одиночество, спросите, почему. Вы не поверите, я вообще веду дневник, они об этом не знают. Я вообще веду дневник, и я вообще записываю, сколько его... Когда меня не будет. Когда меня не будет. А у меня опыт есть. Один человек тоже оставил, когда его не стало. Все обидки. Хорошо, тогда я вас оставлю вот на этой ноте. Все, я вас оставлю. Спросите про дневник. За дневником же поеду. Дневник – это очень важно. Я бы не так стала давно вести, но вот как раз с тех моментов, когда мы начали молчать. Чуть-чуть заденьте сейчас эту тему. Это будет именно вашим дозавершением, как вы увидели сегодняшнюю передачу. Поверьте. Вместе с Фиолетовым Браундом закончился и наш выпуск. Спасибо, что были с нами. Я на этом вас оставляю. Ну что, во-первых, хочу тебе сказать спасибо. Я не думала, что эта передача будет настолько интересной для меня, я думаю, для тебя. Я думаю, что она была точно полезна для нас. Честно говоря, никогда не верила в психологов. Сама бы не пошла, честно вам говорю. Но сегодня я много для себя выняла. Я не вижу у нас больших проблем, но выстроить и... То есть задача была соединить пазл. И вот я думаю, что сегодня он соединился. Я веду с вами диалог. Ну, это как, я не знаю, как. Ну, дневник, я не знаю, как это назвать. Ну, вот. Но я веду с вами диалог. И я хочу, чтобы вы их потом, естественно, вы их потом прочитаете. Я вам их не покажу, вы знаете. Вот когда меня не будет, тогда вы это все прочитаете. Но мне даже интересно, потому что я задаю вам вопросы, я за вас на них отвечаю. Там есть вопросы из сегодняшнего выпуска? Есть. А, ну ладно. Есть. Тогда я сегодня на один уже точно ответил. Есть. Я поняла для себя многие сказанные его слова. Я сделала для себя конкретные выводы. Я уверен, что многие, кто посмотрит, переосмыслят, найдут причины, может быть, обратятся после этих просмотров, этих программ к психологу, у кого есть реальная проблема. Проблемы реально есть у всех. Но просто когда бывают дни, и вот вы отходите, и один, и второй, вы со мной молчите, я же не могу жить в квартире, и я тогда с ума сойду, если я не буду разговаривать, правильно? То есть я начала писать. У меня есть Катя. Вопросы? Есть? Просто вопрос. Нет, ну там я как бы... Я веду с вами...